Осень – это яблочный пирог, кружка можжевелового чая. В ее уютный, тихий уголок, где всегда душою отдыхаешь. Где тревоги нету и забот, только ожидание листопада, горькая полынь и сладкий мед, солнце в сочетании с прохладой. Осень – это яркие цвета, красный, золотистый, рыжеватый, камень счастья, яшма и янтарь, плавленное золото заката. Дом, который радостью согрет, сладкий перец, мята и корица, скрип калитки, в окнах мягкий свет. Осень – это все, что сердце снится. Всех приветствую на кулинарной страничке нашего канала. Началась осень, похолодало, и появилось желание печь сладкие домашние пироги. И сегодня я хочу поделиться рецептом моего любимого домашнего пирога с яблоками, который очень часто пекут в нашей семье. Для этого нам понадобится 5-6 средних яблок. Нарезаем, очищаем от кожуры, удаляем сердцевину. Нарезаем тонкими слайсами. Сбрызгиваем соком лимона для того, чтобы наши яблоки не потемнели. И приступаем к приготовлению теста. Для этого нам понадобится 2 яйца, 180 грамм порассеянной муки, 2 столовые ложки сметаны с горкой, 150 грамм сахара. В данном случае я не пользуюсь миксером. Разбиваем наши яйца, добавляем на кончики ложки чайной соли, высыпаем сахар и взбиваем. Взбиваем, пока не растворится наш сахар. Постепенно высыпаем муку, также тщательно перемешивая. Муку добавляем небольшими порциями, у меня получилось 3 приема. Должна получиться густая консистенция. Затем мы добавляем сметану. Наше тесто не должно быть густым. Берем пол чайной ложки соды, гасим ее лимонным соком, выливаем в наше тесто. Я обязательно в такое тесто добавляю еще корицу. Выливаем растопленное масло сливочное, пол чайной ложечки добавляю корицы. Все перемешиваем. Тем временем мы разогреваем духовку до 180 градусов. Берем форму. Желательно брать круглую форму диаметром 20-25 сантиметров. Ну, у меня была вот такая. Выливаем наше тесто половину. Я люблю много начинки, поэтому добавляю очень много яблок. Укладываем яблоки. Выливаем оставшееся тесто сверху. Если у вас останутся яблоки, можете прямо сверху их еще уложить. Пирог поднимется и покроет яблочки. Ставим в нашу духовку
на 25-30 минут. Все зависит от духовки. У всех по-разному. Пирог наш поднялся. Достаем наш пирог. Готовность пирога я проверяю шпажкой деревянной. Пирог готов. Подаем пирог с мороженым. Делаем кофе, завариваем чай. Обязательно готовьте этот пирог. Всем приятного аппетита и до встречи на канале.